твои тексты пишу сама, я этим очень горжусь, это мое главное достижение. Я вела сельские свадьбы. Мне было 18 лет. Не любят меня в ТикТоке почему-то. Наблюдали эту ситуацию, когда мы снимали с Олей Бузовой ТикТок. У меня все равно все будет хорошо. Вот это я знаю точно. Четверг, 18.00. Концертный зал. Страна FM. Сегодня я пью виски. Привет, я Мэри Гу. Смотрите мой концерт и слушайте мое интервью на Стране FM. Телек, радио, YouTube и подкаст.